Всем привет, и снова мы с вами ломаем голову в игрушке Лимбо. Давайте посмотрим, что и как, где мы вообще остановились в прошлый раз, и что нам потребуется делать здесь. Ой, блин, блин, блинский, гадский. Какие-то, я не знаю, арматуры железные скинули. Ладно, пойдем в другую сторону, посмотрим, что есть здесь. Угу. А здесь снова у нас вот этот вот наш двигатель нашего прогресса, как говорится, да? Что вообще он делает, непонятно. Давайте посмотрим. Так, но, судя по всему, когда мы выходим на свет, то он перестает ерундой маяться и перенаправляет нас в другую сторону, да? Ладно, сейчас посмотрим. Так, вот, да, о чем я и говорил. Угу. Так, можно смело идти дальше. Контроллер наш, да? Регулятор. Контроллер, конечно же. Контроллер. Так. Ну, разные слова, конечно же. Так, мы спустились к каким-то трубам, смотрите. То ли какие-то катакомбы, то ли какие-то канализационные помещения. Что здесь делать надо, я особо пока не знаю вообще. Даже понятия, легкого понятия даже не имею. Ну, побежал я, допустим, куда-то, и что? Так. Забавно, смотрите, это какой-то лифт. Цепочечный, да? Ну, а мы пока бежим вниз. Мы ничего больше делать не можем. Так, уступ. Опа! Америка, Европа. Так, ну, Лимбо, чё ж ты мне скажешь? Пока нет, да? Пока эта штучка не отрывается у нас никак и нас никуда не перемещает. Так, снова какие-то висящие платформы. Угу. Кнопочки. Ой, блин, все ясно. Надо было, конечно же, поставить ящичек. Как же нам удалось легко потерять свои конечности ценные, а? Понятно. Все ясно теперь. Так, опускаем ящичек. Так, идем очень медленно. Ну, не совсем, конечно, медленно, но... Давай, на голову мне только не урони, пожалуйста, этот ящик. Угу. Ой, блин. Не понял я что-то юмора. Ага. Вообще нужно, значит, стоять, грубо говоря, на кнопочке, да? Давайте попробуем, я не знаю. Поможет ли это нам вообще? Чувствую, что не особо это помогает пока, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. В принципе, понятна логика, да. Нужно успеть запрыгнуть на мяч. Офу, на мяч, на ящик. Я аж от волнения аж несу всякий сброд. Сброд. Так, хорошо. Пробуем еще раз. Попытка номер 3 или 4 уже. Давай. Да что ж такое-то? То ли тороплюсь, то ли не дожидаюсь, то ли что. Еще разок. Попытка. Не пытка. Вообще здорово, конечно, придумано. Вот именно на точное измерение расстояния. На... Как оно называется-то? Правильно, забыл. Как эта штука называется? Так. Отлично. Вот и все. Главное рассчитать расстояние как следует, но... Блин. Ох, что-то не туда явно теперь, да? А почему они у меня не забрали эту штуку-то? Это меня больше всего засмущало сейчас. Обычно они всегда забирали эту штуку с моей головы, но... В этот раз что-то не захотели. Видимо, что-то им не понравилось. Так, здорово. Ну. Так, ну хватайте. Есть, отлично. Так, теперь что нам нужно дальше делать? Скорее всего, идти обратно, я думаю. Или как же поступить-то, да, в этом случае? Наверное, нужно идти обратно на лифт. Угу. Так, нужно разбежаться и прыгнуть как следует.
Так, подгадаем момент. Прыжок. И гол! Отлично. Гол тут, конечно, ни при чем, но все же. Все работает. Главное получилось то, что я планировал. Так. По платформам. Нет. Нет. Увы, ах, интересно. А, раскачивать, видимо, надо их как-то, да? Ну, во всяком случае, да, логично, логично, это логично. Так. Угу. Ничего сделать, никакого другого вмешательства не получается сделать. Поэтому можно просто смело бежать. И раскачивать платформу эту, да? Гениально просто. Гидиальд! Это просто дереальда и гидиальда, блин. Так, давай, давай жару поддавай. Ага, вот это тоже круто, кстати, сделано, очень круто. Сразу понял, увидел вот эту вот выемку для того, чтобы подтягивать, и сразу же понял, что нужно сделать именно так. Так, лифт. Чик. Так, допустим, надо подняться наверх. Опять-таки, наверное. Ладно. Вот для чего вот это делается? А тоже, видимо, для раскачки. Ладно, хорошо, понято. Заранее поймем, о чем речь идет. Так, здесь какие-то ребристая какая-то поверхность. Для чего-то тоже нужна. Угу. Нафига я это сделал? Спогашивается. А значит, надо. Так. Че, нет, не хочешь ты допрыгнуть оттуда? Понял. Так, значит, обратно она убирает обратно, да? Угу. Нет, не работает. Так. Ну, интересно, интересно, интересно. Сейчас будем думать, как же допрыгнуть теперь до этой штучки. И стоит ли вообще на нее прыгать. Угу. Так, ладно. Нет, ничего здесь нам не надо, да? Понял. Сейчас будем думать. Значит, нужно пойти в другое место куда-то. Так. Будем... А, ящик. Действительно, ящик. Точно же, что может быть гениальнее и проще? Соответственно, деревянный ящик. Что-то я, да, не обратил внимания, что он был изначально там уже. Поехали. Поехали, красотка, кататься. Так. Отлично. Ну, что так высоко-то? Обалдеть, зачем так высоко вы сделали мне его? Так. Либо молодец, блин. Ага. Вот это уже интересно. Будем думать, как же это делать. Так. Угу. Интересно. Угу. А если я сделаю вот так? Так. Хм. Запрыгну. Там ничего нет, точно? Никакой вспомогательной вещи. Так. Угу. Интересно, девки пляшут, конечно. Так. Как это вообще действует, интересно? Нет, я ничего сделать не могу, да, только сюда его положить. Понял. Давай, я успею. Нет? Не успел. Может быть, так как-то надо делать? Хм. Вообще логично, конечно. А чё бы нет-то? О, блин, не успел.
Ох, смотрите-ка, как гениально. Вот это логика. Обалдей. Вот спонтанно подумал, что можно использовать как грузик, потому что у него торчит вот этот вот рычажочек. А выемка, да, соответственно, поэтому... Обалдеть же, как это сделано. Круто, а? Так. Ну что, Лимбос, что ты мне скажешь хорошего? Ничего не скажешь больше, да? Нужно, видимо, повернуть теперь рычаг и успеть запрыгнуть, да? Попробуем, ладно, давай. Так, ну, пока, в принципе, правильно. Угу. Логично вообще. Так, раскачка, раскачка, раскачка. Раскачка, конечно же, нам поможет тоже, да? Так, важно опуститься пониже. Соответственно, чем ниже мы опускаемся, тем дальше мы можем прыгнуть. Отлично. Так. Здесь, значит, у нас идут два ящика уже. Угу. Понял. Так. Хорошо, сейчас подумаем. Сейчас она распилит и уедет в другую сторону. Нет? Не уедет. Жалко. Жалко у пчелки. Так. Ну хорошо. А, ё-моё, вот Иван. Все, понял, понял, понял. Все потроха перемололи, а? Все органы, так. В общем, мы должны сейчас будем перепрыгнуть с ящика на тот рычаг. Если я так понял правильно. Так. И пока эта штука едет в другую сторону, мы, соответственно, нажимаем на второй рычаг. Блин. Ай, Лимбо. Прошу, прошу прощения. Прости, бедя. Что-то я сделал, видимо, не так. Так, ну это, конечно, круто, круто, круто. Нужно точно подгадать расстояние. Идеально точно практически подогнать надо его. Так. А-а-а. Так. Блин, да как так-то? Нет, что-то не то. Что-то здесь не так, видимо, да? Так, ну надо подумать так. Логически, как это должно быть-то выглядеть вообще? Так. Угу. Сейчас будем думать тогда, как это делать. Я потому что вообще логически пока понять ничего не могу. Угу. Так. А если я сделаю вот таким образом сразу же? То есть закажу себе ящик. Сразу второй поставлю, допустим. Угу. Ну где логика, непонятно, конечно. Что это вот даст мне, если я так сделаю, допустим. Угу. Я вообще перепрыгнуть не вариант, поэтому надо как-то сделать по-другому. Угу. Так, а если я успею, интересно, нет? Давайте попробуем сделать следующий хитрый ход. Возможно, получится. Главное успеть, это вообще время... Вот, вот тут я не рассчитал немножко. Итак, я! И на платформу вверх. Нет, это логично, 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 но надо рассчитать правильно время. А как же быть со временем? Вот как раз-таки время решает главную задачу. Так, отлично. Пробуем, 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 пробуем. Сейчас будем думать, как это сделать. Так, успею, не успею? Нет, не успею, видимо. Вообще успел, чего нет-то? О, все, отлично. Не подозревая того, успел сделать то, что хотел. Эх, блин. Игра гениальная, потрясная. Обязательно покупайте, скачивайте, играйте, потому что это действительно бесподобно. Сейчас лестница сломается. Нет? Нет. Ладно, хоть что-то. Срабатывает. Так, хорошо, вниз. Ой. Это что такое? Это что за летающая хрень? Сейчас она меня съест, это комар. Сейчас шандарахнет по мне. Нет, шандарахнет. Угу. Наверное, нужно как-то его оседлать. Нет? Как в Майнкрафте свиней, да? Нет, так не канает. Так, как же я умру тогда в любом случае, если мне не получится пройти? Ну, комарос, комарос, давай, возьми меня.
Ты возьми меня скорей, увози за 100 морей. Ну чё ж ты не хочешь-то брать меня? Так, будем думать теперь загадку с комаром. Гениально, блин. А может, мне надо как тихонечко идти? Нет? А он стесняется меня, да, я так понял? Ну хорошо, я отойду подальше. Ну, давай, садись. Так. Сейчас подумаем, как это сделать. Видимо, на шум реагирует, да? То есть слышит. Но пока трапезничает, поэтому не мешает. Да, вот, видимо, так надо шажками. Шажок. Вместе учимся шагать по просторам. Гениально, конечно, придумано. Взаимодействие разных существ. Угу. А я бы успел. Все понято. Еще разок. Да ешь ты свою фигню. Так, вот с того места примерно можно допрыгнуть и успеть, да? Так, ну реакция у него, конечно, такая странненькая. Во! Полетели! Ужас какой, смотрите, мы выше, все выше и выше летим, нет? А, нет. Просто музыка такая заиграла, эпичная. Я думаю, все, мы к небесам. А нет, оказывается, нет. Ну хорошо. Бежим дальше, Лимбо может. Ну, игра, конечно же, его зовут не Лимбо, но я называю его Лимбо все равно. Как-то и название хорошее. О, как. Понял. Что-то нам нужно притащить сейчас будет, да, опять? Что, нет, нечего взять мне, да? Так, нужно какой-то хлам взять. Какую-то вещичку. Ну, Лимбо пока не хочет ничего брать. Так. Ух, ё. Так, это надо будет вырезать. Так, продолжаем дальше. Ну, что там у нас дальше-то? Так. Отлично. И как это я, по-вашему, успею? Интересно. Чё ж я краню-то? Есть же путь дальше какой-то. Да тут даже несколько путей иных. Так, снова какой-то лифт. Видимо, открывающий. Ох, это большая шестеренка, обалдеть. Масштаб. Для 2D-платформера это, конечно, потрясающе. Так, хорошо. Двигаем ящик. Карабкаемся поверху. Вообще, это первое, что мне приходит в голову, потому что другого я не знаю. Так. Что это такое? Куда? И с чем это едят? Допустим. А, ну это мне, чтобы пролазить, да, все понял. Понял. Допустим, отодвину. Так, включается какой-то механизм. Давайте посмотрим, что это такое вообще. Ох, блин, надо было. Успею. Нет, не успел. Не успел. Понял. Это гениально, конечно. Давай. И нужно будет вовремя толкать, да? Нужно было за собой его подвинуть, короче. Все, понял. Логика ясна. Классно придумано. Вот с механизмами это вообще потрясно, конечно. Даже придраться не к чему, а? Так. Отлично.
Хватай, хватай, хватай. Так, ждем нашу покрышку. Давай, 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 давай. Я должен совпасть со скоростью покрышки. Ёксель. А как же это-то успеть надо сразу же сделать? Нифига себе. Вы чё, очушуели, что ли, тут совсем уже? Ну-ну. Так, баранки гну, как это сделать-то? Нифига себе, сказал я себе. Ну ладно. Постараемся еще как-то сделать это. Ага. Ага, нет, я так не смогу потянуть. Ну, вообще, в принципе, правильно. Задумка-то такая она. Попробуем еще раз. А, я должен был подкатить за это время. Все, понял, понял. Так, даже еще можно немножко взять, да? Я смогу здесь запрыгнуть? Могу. Так, все, тестовые, тестовые вариации сделаны. Побежали. Давай, 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 красавчик. Красавчик. Толкаем, 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 давай. Давай, 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 отлично. Все. То, что требовалось доказать. Туда ли она упала теперь? Сейчас будем смотреть. Хотелось бы, чтоб туда, куда надо. Ну, так что? Так, а не нужно ли было туда скинуть ящичек? Я вот об этом тоже подумал немножко. Так. Сюда она никуда не укатилась? Нет, значит, она упала раньше. Ну и ладно, ну и ладно. Так. Смею предположить, что так и надо, да? Угу. Так, а там что у нас было вообще? А там ничего, да? А, ну да, ну да. Так, ясно. Просто надо понять вообще, для чего это сделано, к чему эти вообще вот эти вот вещи такие странные. Так, ну, допустим, скатил я эту покрышку. А ящик-то я скатить не могу. Неа. А, мне нужно добраться до лифта. Все, 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 логика. Логика железная, конечно. Так, с этим вот контейнером я сделать ничего не могу. Понял. А там, видимо, нужно центробежную силу использовать, да? Ой, центробежный, говорю. Ускорительную силу. Пока колесо будет катиться, я успею запрыгнуть и потащить ящик куда мне надо, да, наверное. Блин. Ага. Ну, логично, логично. Сейчас я его подтолкну, и он должен упасть будет. Так, колесо там катается пока, развлекается само. О, вот так вот. Все. Гениальная, конечно, игра. Я просто поражен до кончиков волос, грубо говоря, от этой игры. А колесо катается. У колеса своя атмосфера. Знаете, можно залезть внутрь колеса и кататься. Ну, это опасно, конечно, но, наверное, не стоит. Зря я это сказал. Главное, чтобы сесть там хорошо. Так, шестеренка. Шестереночка моя, шестереночная. Так, отлично. Здесь все логично, и у нас получается все отлично. Угу. Так, некоторые, конечно, загадки очень мозгодробительные, можно сказать. С некоторыми я не справляюсь сразу. Приходится много думать. А некоторые более-менее очевидные. Так, снова кнопки, блин. Ага. Гениально. Так, что делать-то надо? Ага. Ладно, давайте попробуем до конца тогда
поднять платформу вот эту вот. Посмотрим вообще, как она действует. Нет? Нет, значит, что-то не так. Ладно, будем думать. Так, что есть наверху? Ящик. А, нам нужно скинуть ящик, наверное, нет? А как я туда доберусь тогда? Да никак. Так. Ох ты, какой ловкач-то, а? А вот это Лимбо, а, ловкач. Так, хорошо, двигаем ящик. Так. Логично. А как дальше? А дальше? Все? Все. Так. Что же нужно сделать дальше-то нам, а? Это вот загадка волшебной страны, как говорится. Так, может быть, оттуда я какой-нибудь ящик смогу переправить, нет? Да, конечно. Да, могу, я же включил теперь. Так, второй ящик. Эх, меня-то забыли. Меня-то забыли с ящиком. Стоять. Стоять, блин. Бояться. Так, отлично. Логично, очень логично сделано. Так, все, сейчас мы сделаем как? Смотрите, хитро. Один ящик мы отодвигаем. Панелька опускается. Я ставлю сюда на рифленую поверхность ящик. Пододвигаю второй ящик. И, соответственно, уже можно теперь смело прыгать наверх. Так, здорово, все. То, что хотел, то и получил. Хе-хей. Так, снова какая-то технология. Понял. Так, нужно как следует раскачаться на цепи, я так понял. Я уже сразу посмотрел сейчас заранее, включив эту технологию, да? И пока цепь будет качаться, мы как раз таки успеем включить свою технологию и запрыгнуть на цепь, пока она не уехала от нас. Ну, давай, давай, давай. Ох ты, блин, нет. Неправильно подгадал момент. Так, сейчас разберемся. Гениально, конечно, придумано, а? Да, до этого надо додуматься еще, чтобы такие загадки-то сделать. Загадки волшебной страны Лимбо, да? С волшебного мира загадки. Так, раскачивайся, раскачивайся, давай, как следует. Так. Ждем. Нет, нет, опять не угадал. Все, понял. Ну иди ко мне. Подъезжай ко мне, подъезжай ко мне. Так, все-таки надо правильно это рассчитать, да? Чтобы мы успели. Давай, 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 качайся, Лимбо. Конечно, качаться это хорошо, но до поры до времени. Так. Блин, не успел нажать. Да что ж такое-то, ну? Ай, так. На самый краешек нужно опуститься и раскачать как следует. Раскачаем этот мир! Так, хорошо. Сейчас подумаем. Ну, в принципе, пока что вроде бы правильно, да? Так, ждем. Ушла. Ушла. И фига там, я не успеваю вообще до нее добежать. Ням, вообще никак. Гидеально, просто гидеально, блин. Ну ладно,
Так, сейчас подумаем. Сейчас раскачаем как следует, и уже будет видно, как дальше поступить, правильно?